будем этот этюд играть, как нам сказал педагог, то мы будем делать. А не ты будешь думать. Ты что, не понимаешь русского языка, нам нельзя ругаться? Или ты я не ругаюсь, я не ругаюсь с тобой. Я ни в коем случае с тобой не ругаюсь. Ты опять перебор делаешь, спешишь. Завтра будет завтра, сегодня – сегодня. Ну, давай завтра и пока. Если по-нормальному, по-хорошему, ты реально мне ни во что не ставишь. Что за отношение такое ко мне? Какое отношение? Такое. Из этого не ругаются. Из-за этюда? Ты даже девушку свою нормально не можешь прорепетировать. Просто... Ты копируешь меня, почему? Ты выставляешь, ты выставляешь, как дура, потом... ты меня позоришь. Да в чем, блин, Оль, да в чем я позорю, если я пытаюсь пристройки настоящие придумать, вот эти, живые, естественные, а не вот эти вот, вот понимаешь? Ты же домой бы ко мне пришла, ты же не села бы да вот так. Да я тебе завтра бы. Так трясу, что тебе мало не покажется. Ну вот видишь, это... Неужели я буду так играть? Да тебе даже... Не надо по-настоящему бить. Вот видишь, ты не понимаешь, ты вот эти поцелуи, то, что у вас вот это вот, вы ревнуете все, вот эти вот удары, не надо по-настоящему бить. Тогда бы все бы в кино бы давно бы себя поубивали. Давайте настоящими патронами бы начнем стрелять друг друга здесь. Давайте биты возьмем бейсбольные, начнем головы себе ломать тут бить. Вы что?